Мы просто хотим, чтобы наш город был чистым. Эти ребята, школьники, студенты и волонтеры, свой субботний день начали на берегу реки Сочи. В большой уборке приняли участие более 200 человек, которых объединило желание сделать свой город чище. Я думаю, что каждый человек должен понимать о том, что он находится в этой среде и что нельзя так загрязняться. Большой субботник в честь Дня Черного моря организовала компания Coca-Cola, которая сегодня известна не только производством напитков, но и целым рядом экологических программ. Мы охраняем озеро Байкал, мы сохраняем популяцию белых медведей с фондом Всемирной дикой природы. Мы организовываем программы по раздельному сбору мусора среди школьников. Все эти программы направлены на то, чтобы, во-первых, повысить уровень знания людей о проблеме, во-вторых, научить их правильно с этим обращаться. Весь собранный мусор участники акции сгрузили в одну большую кучу. Результат превзошел ожидания. За 40 минут удалось собрать 380 мешков. Это 4 тонны мусора. После участников экодесанта уже ждали на площади искусств. Там компания Coca-Cola развернула большой шатер. Активистов приветствовал глава города Анатолий Пахомов, из рук которого добровольцы получили приятные подарки от организаторов. Нас, настоящих сочинцев, которые любят по-настоящему свой город, становится все больше и больше. Наше богатство, наш великий, красивый, экологически чистый город должен быть всегда красив. И очень здорово, что вы принимаете в этом участие. Гостей праздника ждала масса развлечений. На улице можно было попробовать себя в разных видах спорта. А внутри шатра познакомиться с экологическими инициативами компании Coca-Cola. Одна из программ – вторая жизнь упаковки. Вот эта одежда сделана из переработанных пластиковых бутылок. В одной куртке, например, таких 27. Завершился День Черного моря праздничным концертом. С собой его участники забрали не только массу положительных эмоций, но и багаж знаний о защите окружающей среды. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.